Александр Числов был поистине талантливым и одаренным человеком. И хоть он почти не играл главных ролей в кино, однако был любим зрителями, ведь второстепенные роли Числова были всегда очень яркими и запоминающимися. Его харизма и очарование никого не оставили равнодушным. Александр активно снимался в кино и был на хорошем счету у режиссеров. Его не ограничивали и позволяли играть как комедийные, так и драматические роли. Однако личная жизнь Числова не складывалось, он так и не женился и не обзавелся детьми, а когда не стало его родной сестры, то состояние артиста ухудшилось. У него начались проблемы с ментальным здоровьем, актер переписал все имущество на племянницу, а вскоре общественность стала обсуждать, мол, племянница делает все, чтобы сжить дядю сосвету. Ведь актер жил в разрухе, в антисанитарии, его дом был похож на свалку, сам Числов много пил, пагубная привычка ухудшила состояние его душевного здоровья. Ему нужна была помощь специалистов. Однако Числов напрочь отказывался от госпитализации. У него появилась мания преследования. Актер жил в постоянном страхе. Александр отказывался от еды, считая, что там яд. По этой же причине он не принимал лекарств и почти не пил воду. Актер был в крайне запущенном состоянии. Когда он попал в больницу, то врачи диагностировали отеки и язвы на теле, воспаление легких, обезвоживание. К сожалению, Александр Числов скончался в больнице. У племянницы не нашлось средств на достойные похороны. Актера кремировали, а его прах находится в колумбарии Николо-Архангельского кладбища. А вам нравился этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.